Хей, ОГС, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Короче, мы с вами в прошлой серии победили отца, добыли распущенную уже цветочную эту ветвь, да, которая нам поможет получить концовочку ощущения. Но. Для начала давайте мы переместимся. И переместимся мы куда? Ага. Ага. Так, окраина Сином. Походу, нам нужно вернуться в храм. Будет сейчас. И если смотреть, что наш предмет, ну этот, кунай, да, перенеслись прямо сюда, это обозначает, что дальше какая-то будет жопа. А, да, если что, то такая вот херня произошла. Они все заболели. Давайте я заюзаю подавление скверным. Так, все отлично. Ага. Так, а сколько мне денежек? Единица. Там покупать можно. Блин, ладно. Кажется, сюда никуда не смогу, да? Или смогу попасть? Подождите. Походу нет. Походу нам только телепортироваться к дворцу надо. Ну, давайте телепорт к дворцу. Переместиться. Замок Осина. Верхняя башня Кура. Мы можем убить еще двух синоби вражеских и получить две бусинки. Благодаря чему я что сделаю правильно? Я подниму себе еще хп. Но я думаю, стоит ли мне это делать. Я вообще хочу способность, где вот тут типа мужик так берет, типа палкой такой пуф, замахивается. Ну, типа не палкой, а мечом вот ровной, такой сильной атакой. Вот я ее хочу изучить, но я не знаю, где этот магазинчик. Можно здесь посмотреть. Блин, но здесь телепорт не так уж и везде близко. Господин Волк, вижу, вы одолели тайного учения. Пора теперь передать вам что-то. Так, доверие мне, господин Исин. Прошу, возьмите. Тайное учение стиля Мусин. Мусин. Уникальный текст с описанием легендарной смешанной бастилии Мусина клана Осина. Молодой Исин ради власти готов был пойти на все. В результате захватил власть над Осином. Это с ума всех так известных ему бойцов стили. Исин всегда казался довольство достигнутым, поэтому текст никогда не будет закончен. Что это? Это книга с тайным учением стилем Исин. Господин Исин, если Секира овладеет этим учением, я хотел бы раз... Так. Так он сказал, понятно. Отдать семечко тыквы. Я молюсь, чтобы у господина Кура все получилось. Ага. Тайное учение. Изуч. Так, не-не-не-не-не-не-не. Ух ты ж, ё-моё. Ничего себе. А так я читал, только три есть вида стиля, оказывается, нет. Хм. А, ну смотрите, это, в принципе, то, что здесь находится. Блин, я вот это хочу посмотреть. Мне нужно вот это. Удар бессмертных. Так у меня аж она прокачана, алло. Ну, то есть она у меня есть. Ай, боже мой. Что вы мне предлагаете? Так, круто. Так, там закрыто. А, переместиться. Подождите, а где у нас вот то был, где... А, то этим вспомнил. Давайте в подземелье. Я просто... У меня выборов нету, что делать. Нету выбора, что делать.
Мы убили филина в воспоминаниях. Получили веточку. Главное, чтобы была концовка очищения. А не какой-то... Прикидываю, я в конце возьму какую-то другую концовку. Вот это будет самое обидное. Чё? А, переместиться. Окей. А куда мне идти? Да, начинается какой-то пипец. Я не знаю, куда мне идти. То есть, везде закрыто. У меня только, по идее, здесь, наверное, проход есть где-то. Не понимаю. А есть еще какой-то другой путь? Счет, я немножко не врублюсь. Счет, я вообще ни хера не врубаюсь. Но это мы переносимся к колоколу. Так ведь? За мокасина. Нет, это мы вернулись к урам. Да. А ничего, что здесь все закрыто почему-то. И они по куда мне идти? Окей. Чё-то я вообще не врубаюсь. Куда мне идти? Можно мне? Вместе Хирата. Я вообще не врубаюсь, что мне делать. Я единственный, знаешь, что мне можно... Пойти сейчас в главный храм, главный зал, а для того, чтобы рис попросить. А потом сюда можно прийти. А так как мы выполнили миссию, связанную с рыбкой, а я покажу вам сейчас еще две вещи, связанные с ней. Ну, с той, где мы корм кидали рыбке. Да? Да. Получается, что произошло? Типа рыба уплыла, но недалеко. Почему? Потому что вот она лежит, отдыхает. На унылочек. Такая приуныла немножко рыбка. А это большой белый ус. Бесценный белый ус, взятый у великого карпа. Хоть великий карп и может жить бесконечно долго, его ус можно добыть, убив его. Кое-кто будет этому весьма рад. Одни при этом почувствуют облегчение от того, что выполнили поручение, другие радость... Радость от того, что исполнили их желание. Ну, короче, желание... Это желание. Да. Желание, желание, желание. Где... То, что за желание, сейчас скажу, куда это. Нам нужно... Та-та-та-та, первоцветом. Место кормежки. Здесь мы с вами получаем... Блять, а куда их серьезно мне идти? Типа... У меня выбора нет, куда идти. Я не понимаю.
Типа, все, что я мог сделать, я сделал. Господин, господин, где же вы? О, отдайте большой белый ус. О, господин, кончался. О, наконец. Наконец. Мой долг выполнен. Я благодарен. Божественная трава. Так, теперь. Бац. Отдохнуть. Бадец. И он, короче, если что, сдох. Отец, вам столько пришлось вынести. Хоть это и не навечно, сестра моя и я всегда будем с вами. Прошу, отец, отдыхайте. Ну все. А, есть еще одна вещь. Его можно было убить. Угу. Прикиньте, его можно было убить. Но я его не стал убивать, типа, нахер надо. Что мне делать? Важные места, святилища. Я вообще сейчас не буду, что мне делать. То есть у меня есть все, что мне необходимо. Но я не знаю, куда мне идти. Вот. Вот такой у меня сейчас problems. Perfect problems. Понимаете? Или нет? Так, сегодня у нас какой-то 30-е. Мне еще 2 дня отдыхать. Ну, включая сегодня. Нет, 3 даже. А не, стоять 2. У меня 30-е, потом 1-е, блядь, потом учебу. Синоби, божественного наследника, я ждал вашего возвращения. Попросите рисом. Прошу простить. Чё, хуёло? Спасибо, что пришли. Рис, гони. Рис, гони, тварь. Я рис хочу. Пиздец. А, лучше не выносливости переместиться. А я не знаю, что мне делать. Блять. Все закрыто. И это закрыто. Мне можно только в разрушенный храм. Но оттуда как, куда мне пойти? Куда мне пойти? Я сейчас телепортнусь. Посмотрю, если нигде ничего нету, я остановлю запись. И буду думать, что делать дальше. Потому что у нас тут осталось буквально ничего. Так, может где-то здесь проход? Может быть где-то тут проход. Не думаю. Хорошо, тогда побежали сюда. Помолиться, но я перенесусь тогда, так? Ой, улучшение. Улучшение. Ну, лазурит, видите, нужен для вот этих улучшений. Идеальный сюрикен. Мне ничего нового нету. У меня только вот игл не хватает, и все. Что-то я вообще не шарю. Не, давайте, короче, остановлю запись, посмотрю, куда дальше, и потом продолжим. Короче, мне даже не пришлось никакой помощи искать. Я увидел потом уже, когда пришел сюда обратно. Я сначала там побегал, думаю, еще раз пробегусь.
Думал, муж, типа, наверху та херь, типа, да, где закрыто, типа, ее можно разрубить. Оказывается, нет, блядь. Тут, оказывается, просто было окно открыто. Круто. Просто, муа. Великолепно. Кто меня увидел? А, там мужички между собой дерутся, ладно. Ну, пускай веселятся. В принципе, я не думаю, что... Хотя, пускай. Конечно, нужно восстановить, да, их. Замечу уже, что изменилось. Бейла, не хочу с ним драться, ну нахер. То еще себе еще сильнее усложню все прохождение. Хорошо, что меня никто не заметил. О, здорово. Противоядие. Топ. Меня ж никто не видит. Нахера тогда такую пугающую музыку? Предмет я заберу. До свидания. Ого. Самурай поджигателя. Полезешь ко мне? Или ты стыкуешь? Ну, я так и понял, что ты стыкуешь, поэтому... Аливидерчи. Водичка. Так, тут что изменилось в воде? Нет, не изменилось. Так, там закрыто. Тут не подняться. Так, здесь у меня был проход, да, тогда? В смысле? А. Точно, под водой. Так, подожди, а я всех без головы купил? Что-то мне кажется, что я не всех без головы убил. Ну, да ладно. Нам-то главное, чтобы меня пиздец не прихватил. Ты Синоби, да? Да, я Синоби. Тебе нужно от меня что-то? Они... Ты Синоби, да? Прошу, помоги бойцам рядом с замком. Враг вот-вот одолеет. Да. Непременно. Благодарю тебя. Забери на крышу по этой стене. Там должны быть воздушные змеи, Синоби. Забудь о нем. Помоги нашим бойцам рядом с замком, пожалуйста. За Сина. Ребят, я, короче, не хочу драться, поэтому давайте вы
Начнем с того, что их много. Да. Поэтому нахера нам не надо. Так, мне змея, да, нужно убить? Ой. Ну нафиг. Ну вас нафиг. Не хочу, не хочу. Я лучше по своим делам пойду. А вы разбирайтесь со своими. А это какие-то злые. Очень злые. Ой, кажется, меня заметили. Понял. Где змей? А, вон он. Отлетел. Отлично. Без фрезов. Спасибо. Так. Отлично, отдыхаем. Мост. Ништяк. Кстати, а разве он раньше там был? Ребят, вы ко мне идете? Кажись, меня заметили. Отлично. Сусать. Оп. Вы что думаете, я не помню, куда мне идти надо? Ой, здрасте. Тут торговца больше нету. Обидно. Я вообще сюда за торговцем шел. Мне нужно было отхилиться. Ой, левелап. Привет. Отдохнуть. Пускай они типа меня потеряют.
дальше. Побежали дальше. Так, порошок. Они торговца поджарили. Даже потом они торговца поджарили. Видно. Я все равно не сдохну, потом посрать. Так, гигант тоже посрать. Жопу. Отдохнуть. А, тип кто разбушевался. А кто же разбушевался? Он разбушевался. Так, если я забываю, то мне нужно так сделать. Ну, у меня есть одна попытка. У меня есть больше одна попытка. Вчера не вспомнил. Как щелик сюда запрыгнул? О. Тут, короче, демон застрял. Мне нужно теперь сюда. Как я тогда сделал? Ну, хорошо, что он там застрял, он пока не вылезет. О. Я драться с ними не буду. Я вот это сейчас сделаю, и все будет отлично. Она туда не выберется, поэтому не страшно.
Я ведь спидранер, уже вы что, не знали? Может, зажать нужно? Сейчас попробую. Я просто не хочу по-честному его убивать. Что это будет очень долго. Сука. Это очень нужно долго тренить. То, что я его забаговал уже там, это уже показатель. И так можно было с мужиком, который на коне, сделать. У него три фазы, то есть я его так не убью. Жесть. Теперь я не могу запрыгнуть. Может, он потеряет это, меня из виду, и сам спрыгнет. Мать. Не знаю, как они делают это. Вот у меня теперь вообще не получается туда запрыгнуть. Может, мне нужно одновременно? Пиздец. Не получалось ведь. Во, получилось. Может, мне нужно с макушки прыгать? Это нужно тренить. Может, мне нужно от воздуха еще раз отпрыгнуть там. Фу, я слишком далеко отошел.
Раз, два, захват. Раз, два, захват. Раз, два, захват, захват, захват. Странно работает. Там можно допрыгнуть, я ж видел. Если я вот сюда смог дойти и забаговать монстра, тогда и это сделаю. Нахуй отбивается. Еще попытки. Почти. Я не знаю просто, в какой момент нужно это делать, ну, именно цепляться. Как я вообще цепляюсь? Подождите. Под углом? Он теперь вообще не цепляется. Но это в основном, знаете, делается не на ПК, а делается на этой платформе. Подписки. Ладно, давайте я продолжу, когда я сделаю это. Делаем. Сейчас. Сейчас у меня там уже места не осталось. Убьем босса и все. Либо не убьем босса. Мне кажется, легче было бы его самому убить. А ну-ка сейчас попробую. Нет.
Нет. Но хотя бы начинаю быстро цепляться за этот угол. Ну блин, здесь я размах не взял. Мне за тот угол нужно зацепиться. Сейчас попробуем дальше. Тихо. Вот за тот угол. Значит, давайте без второго прыжка. Нужно больше FPS. Но видите, оно мне еще плюс не позволяет упасть. Там фигня одна. Мне нужно. Во, видели, все. Отлично, все. Ждем второй удар. Давай. Волк. Спасибо. Изи. Воспоминание демона ненависти. Однорукий демон раскрыт. Так. Рыскал по полю недавней битвы. Обуреваемый пламенем ненависти ко всему живому. Лазурит. Изи. Изи, ребята. Как вам такой? Поворотик. Вы поняли, да? То есть... Сейчас я магаз бегаю здесь. Надеюсь, он еще работает. Так, работает. Ну, тут ничего такого нету. Так, что? Давайте тогда к этому схожу еще. Он что-то мне расскажет. А, тут бабулька. О! Так ты еще жив? Ты ведь знаешь, да? Ты знаешь, кем был однорукий демон раньше? Нет. Понимаю. Возможно, так оно и лучше. Что за судьба? Гореть в пламени ненависти и целую вечность страдать в обличье демона. Ты избавил его от страданий. Только и всего. Божественная кровь. Ух, ну вы видели, мы пропустили одного мужика, который с этим. Как он называется? Ну вы поняли. Ладно, короче, гу, заканчивать уже. Пойдемте, я душу юзну. Воспоминания, то есть. Будем заканчивать. Ух, ну это было изи. Так. И знаете, что получается? Я снова же. У меня получилось, ну конечно, не с первого раза запрыгнул, но за 5 минут, считайте. Так, человек, не ставший сурой, стал всеми... Так, вместилищем пламени ненависти. Судьба распространялась, что земля жизни его не должна была прерывать. Лишь сделавший демоном, он наконец-то смог оставить этот мир. Окей. А, хотите, я вам слово... Бля, оказывается, нужно было вот этот момент словить, когда я уже почти упал. Именно... Сейчас... Я думаю, второй раз должно
повести. Сейчас. Ой, так. Нужно, короче, разбежаться. Блин, вот видите, я типа сам прыгнул, а там я должен это... С помощью игры упасть. Блять, я запрыгнуть не могу. Здесь мы, короче, как-то под наклоном делаем. И у нас выходит. А здесь нужно... Вот, видели, вот, когда я уже начал падать? Нужно было отпрыгнуть. Так. Сейчас попытаюсь еще раз показать. Ну, блин, понятное дело, что мне тогда просто, может, повезло. Ну, это, блин, я отпрыгнул. Ладно, последний раз показываю. Юзаю это... Вот этот тотем. И заказываем, да, заказываем. Или давайте хотя бы еще два раза. Блять, ладно, похуй. Ладно. Сказал же два раза. Я все равно буду что-то там вырезать. То, что у меня места не так уже много там осталось. Блин, ну и все равно, короче, не вовремя делаю. Ладно, бог любит троицу, да? Обещаю, это последнее. Так. Делаем так. Ладно, плевать. Медитируем. Ну, типа, я же сказал, что больше не буду, но я же тотем заюзал. Я думал, что меня, типа, тотем перенесет в другую локацию. Во, видели? Как вам, а? Короче, как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, и всем пока.